Всем привет, с вами Аларм, и такой вопрос: что вы представляете, когда слышите, не знаю, слово песочница? А я думаю, некоторые то, что, ну понятно, там в детстве игрались, там, скажем так. Ну и также, не знаю, там игры с открытым миром, кто геймер, тот поймет. Но я вам хочу сегодня рассказать про такую программу. Дальше, может быть, кому-то она пригодится, а может быть, нет. Но конечно, ее можно использовать в целях, не знаю, мошенничества в каком-то роде. Но я думаю, что зрители моего канала, скажем, их не так уж много, поэтому я думаю, они не такие. В общем, для чего именно я ее использую, да и большинство людей. В общем, просто сейчас вам покажу. Я помню, Каспел заходил. Ну вот, нажимаем, значит, скачать. Вернее, набираем скачать песочницу. Вот. Да, вот выдает такой значок. Вот, в принципе, официальный сайт. Заходим, значит, сюда. Сейчас уберут. Убирайся. Ну ладно. Нажимаете, значит, download now. Он я уже скачал. Устанавливается, ну, просто тоже как вот обычная установка происходит, программ файл и все так далее. Вот. Что дальше, значит, делается? Делается дальше следующее. Вы просто берете, допустим, нажимаете на любой объект. Вообще, как мне объяснил друг, скажем так, мне показал про эту программу. Вот я решил вам рассказать для тех, конечно, что они опять же не знают. Вот, что этой программой можно проверять файлы, допустим, вам скинули, вы открыли. Если песочница откроет этот файл у себя, то значит, что с файлом все в порядке. Ну а также можно применять, в принципе, вот в таких целях. То есть вы видите, да, у меня запущен Steam. Вот, то есть мой аккаунт. Ну и, допустим, я вот захочу на свой второй аккаунт. Конечно, он не мой. Ну, я с него, бывает, тоже играю. Вот. Просто на моем, допустим, название то, что второй Беркут, а на этом два Калаша. И, допустим, для друзей мне поиграть обязательно, вы знаете, если звание ниже, то нужно, в общем, этот, как у пати из пяти, если такой возможности нет, то вот песочница самый нормальный вариант, что вам не приходится прыгать с аккаунта на аккаунт. Вы просто берете, заходите на свой аккаунт, который вам нужен. При этом, ну, сейчас покажу. Ой, я тут, видимо, пароль забыл. Сейчас попробую еще раз. Вот. Сейчас. Как всегда, не все по плану. Ну вот, сейчас объясню, в принципе, как понятно, что песочница работает, а как нет. Вот мы его открыли, песочница. Видите, да, то есть я навожу вот, вот на край, допустим, и нам появляется желтая такая хренатень. Это и есть, тут нахуй, ну, тут и есть показатель, чтобы находиться на песочнице. Вот, как видите, у меня запущено сейчас два стима. Ну, в принципе, говорю, вот так, ну, у вас аккаунт, конечно, моей жены, скажем так. Вот. Ну, суть в том, что я имею в виду, вы можете сидеть именно с двух аккаунтов. Действительно, вы можете что угодно делать, там, играть с этого аккаунта, не знаю. Ну, я имею в виду, вот, допустим, играете на этом аккаунте, кто написал на второй аккаунт, вы взяли, тут же ответили. Я имею в виду, полезно тем будет, кто у кого несколько аккаунтов, вот вы запускаете, сидите там, и все, и вы не пропустите, скажем, там ни одного сообщения, всегда ответите вовремя. Ну, в принципе, вот мне для этого нужно, скажем так, вот, то, что друзей, ну, низкий ранг, вот я играю с ними, мне пишут на основном, я сразу беру, отвечаю на основном. То есть вот так вот. Я думаю, кому-то видео было, в принципе, полезно, хотя такого особого я ничего не рассказал, скажем так. Вот. Действительно, вот, видите, да, то, что один аккаунт не мой абсолютно. Значит, здесь вот уже мой аккаунт. То есть вот GTA 5 есть и все такое. Вот. Ладно, в принципе, рассказал все, что мог. Не знаю, кто-то может найдет другое применение этой программе. Программа довольно хорошая и не считается, скажем так, вирусом, поэтому пользуйтесь на здоровье, что она бесплатная. Вот. А так, всем пока, с вами был Ладмист, до новых встреч.